Уважаемые журналисты, начинаем пресс-конференцию по окончанию встречи «Адмирал Барыс». Андрей Владимирович Скобелко, главный тренер «Барыса». Пожалуйста, об игре. Очень тяжелый матч был. Была возможность у «Адмирала» подготовиться. На сожалению, такой возможности не было, но тем не менее это не оправдание. Хороший тяжелый матч, соперник здорово двигался, создавал нам такое давление очень серьезное. И не просто нам было, в общем-то, выходить из-под этого давления. Поэтому та победа, которую мы сегодня добыли, это командная победа. И, естественно, мы довольны этим результатом и готовимся к следующей игре. Спасибо. Спасибо. Сергей Александрович Светлов, главный тренер «Адмирала». Добрый вечер. Поздравляю противника с победой. Спасибо. Вот, с хорошей игрой. Действительно, была вся игра интересная, напряженная. До конца, матча игра была такая напряженная. Но с нашей стороны, в общем-то, такая игра мне показалась немножко двоякая. Вот, сегодня неплохие моменты играли, хорошие моменты создавали. Много у нас реализации не так хорошо получилось, как сегодня, как бы хотелось. Вот, и, тоже были ошибки, которые совершенно, как говорится, не хотелось бы получать. Да? Но, тем не менее, это хоккей, на ошибках игра строится. Вот, мы готовимся дальше. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопросы? Виктория Шевцова, УТВ Прим. Сергей Александрович, почему сегодня не играл Александр Стрельцов? И что случилось с Василием во время матча? Александр Стрельцов, травма, пока он еще не сможет принять участие. Вот, и с Василием пока посмотрим, тоже получил травму по ходу игры. Какая тяжелая степень травмы, не могу сказать. Вот, в руку шайбу попала, дальше видно будет. Также и Полок сегодня, травма была у него такая. Пришлось в конце третьего периода играть 3-5. Еще вопрос, пожалуйста. Спасибо. Спасибо тренеру, спасибо журналисту. Спасибо. Удачи.